Здравствуйте, подписчики, зрители моего канала. Я нахожусь в районе Восточного. Остановка 6-я линия. Здесь вот магазин большой, и он продуктовый, промышленный. Оптика здесь, аптека есть, ломбард, даже несколько ломбардов. Вот такой магазин. Здесь ресторан «Мария». А я пойду покажу моему зрителю или подписчику по 6-й линии. Пойду по 6-й линии к школе. Но сейчас там две школы. Магазин большой «Адал», супермаркет. С этой стороны, не знаю, наверное, частный дом, очень большой гараж, еще больше, чем, и сделан, по-моему, песчаником, каким-то камнем выложен. Напротив тоже такой двухэтажный, ну не двухэтажный, с мансардой дом. Мой телефон не хочет горизонтально снимать. Теперь, наверное, такие съемки будут. Но кто на телефоне смотрит, тому удобно. Вот этот дом большой. С этой стороны какие-то организации. С обратной стороны только склады какие-то. Не знаю, что это такое. Кочегарка вроде. Вот написано на этом доме 6-я линия. Сирень уже сгорела вся. Но она уже отцвела. Вот маленький домик. Обложенный кирпичом. Магазинчик какой-то, но он закрытый уже давно. Дети со школы идут. Мой зритель не написал, какую улицу показать. Просто школы. Те зрители, которые пишут, покажите дом. Ну, мне надо же еще что-то показать. Что-то еще спрашиваете. Ну, что рядом находится? Вот, допустим, школа. Можно было показать какую-то улицу или какой-то дом. Ну, ничего, просто школы. Я же не могу на одну минуту или на 5 минут сделать видео. Специально ехать за 3-9 земель. Сейчас автобусы у нас плохо ходят. У меня же это не первая попытка. Я приезжала сюда, когда еще только сошел снег, и тут вот зелень как-то прикрывает все это, и более-менее можно что-то показать. Ближе-ближе подходим к школам. Теперь на Восточном две школы. Сейчас вначале будет новая школа, посмотрим, а за ней старая школа. Ну вот. Все ближе. Подходим к школе. Хочу показать эту улицу. Вот это вот улица, где был маленький магазин. Не знаю, то ли вот этот, который остался.
Улица эта имеет название Кишкинбаева. Вот захожу в ограду. Такая улица. Ой, школа такая. Здесь, по-моему, был пустырь на этом месте. Деревья росли. Так. Школа номер 47. Сейчас обойдем эту школу вокруг. Вот такие клумбы сделаны, но цветы еще не посадили. И здесь целая горка из клумб. Сегодня очень жарко, солнечно. Погода такая, южный ветер. В окошках цветы комнатные. Школа вся огорожена таким забором кованым. Раньше в старой школе был такой штакетник деревянный. Ну, его почти не было. Можно было проходить спокойно. За школой спортивная площадка. Сейчас идет военная подготовка у мальчиков старших классов. Здесь вход. Там парадный вход, а здесь такой вход в школу. Вот так выглядит с этой стороны школа. Новая. 47-я. Там идут занятия по физкультуре, а здесь теплица. Посмотрим, растет что-то или нет. В теплице растет рассада, огурцы, помидоры, цветы, наверное, которые будут в клумбы садить. Так что действует. А вот и старая школа. Новая школа осталась позади. Сейчас меня женщина остановила, говорит, что вы тут снимаете. Ну, говорю, вот попросили, здесь учились когда-то. Вот это старая школа, где учился зритель моего канала. Вот школа. Вход. Раньше эта школа была одна. 22-я школа. Здесь такая современная уже площадка, ворота там, по-моему, футбольные. Ну, как везде в городе, такая огороженная. Это пристроен спортивный зал. Вот с этой стороны. И здесь получается как внутренний дворик. Но в этой школе уже там розы цветут. Уже они их открыли. Какие-то цветы посадили, потому что грядочки политые. Здесь уже, конечно, все посажено. Здесь сделаны, по-моему, это беговые дорожки вокруг этого спортивного стадиона.
Да, это дорожки. Вот разбегаться, и там вот это песочек, чтобы прыгать. Здесь вот физкультурой занимаются. Ну и слышно, ребятишки, одуванчики, ребятишки там играют в волейбол, по-моему. Вот здесь прыжки в длину. Вот старт, и прыгают. Здесь такие вот спортивные снаряды сделаны, баскетбольные щиты сделаны, чтобы на свежем воздухе занимались. Так, там я не пройду, там огорожено. Вот сейчас буду идти и снимать вот это все, что я вижу. Потому что в основном вот эту школу он просил снять. Тут окна заделаны. Видеонаблюдение здесь ведется, такой пандус для это для инвалидов. Вход, через который дети заходят. Здесь небольшая детская площадка, горка. С этой стороны все закрыто, загорожено на замке. На этом заканчиваю свое видео. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики. Будьте живы и здоровы. Всем мирного неба над головой.